От конструкторов мы уже плавно перешли к обсуждению методов. Объявление метода состоит из модификатора доступа, типа возвращаемого значения или void, имени и параметров. Метод исполняется в контексте конкретного экземпляра класса, поэтому он может обращаться к полям текущего объекта. Метод может иметь модификатор final. Это означает, что данный метод не может быть переопределен в классах-наследниках. Впрочем, в данном примере класс уже объявлен как final, поэтому расставлять final еще на всех методах избыточно. Все равно от этого класса не унаследоваться. В классе может быть несколько перегруженных методов с одинаковыми именами, но разными наборами параметров. За счет этого можно, например, эмулировать значения по умолчанию для параметров. Поля и методы могут быть статическими, то есть объявленными с модификатором static. Как минимум один статический метод присутствует в любой программе. Это метод main. Статические поля и методы существуют независимо от экземпляров класса и могут вызываться просто по имени класса. То есть, например, integer.rotateRight. Статический метод исполняется в контексте класса, а не конкретного экземпляра, поэтому он не имеет доступа к this и нестатическим полям и методам. В комбинации с final модификатор static используется для объявления констант. Ключевое слово const, известное по другим языкам, в Java не поддерживается. Имена констант принято записывать в верхнем регистре, разделяя слова подчеркиваниями.